Елки на любой вкус. Их сделали школьники. На соседнем стенде Деды Морозы, а перед сценой они же, но уже самые настоящие. Подготовились! Костюмы, волшебные посохи и, конечно, подарки. На центральной площади города-курорта те, кому в новогодние каникулы предстоит много работы. Танцевальный парад принимает командир подразделения, главный Дед Мороз города-курорта, последний инструктаж. Вы, Деды Морозы и Снегурочки, несете в каждый дом, в каждую семью веру в чудо, добро и исполнение желаний. Демонстрация специальной подготовки, умение водить хоровод. Дед Мороз из села Супсех уже сбился со счета, сколько ему предстоит провести утренников. Буду поздравлять детей! Нести им добро и подарки. Дети должны быть счастливыми. Перед тем, как отправиться на выполнение ответственного задания, участники смотра задержались, чтобы пообщаться с горожанами и гостями города-курорта. Счастья, здоровья всем жителям. Ну и городу как бы хотелось бы, чтобы побольше чистоты, побольше зелени и побольше вот таких вот мероприятий. Город прекрасный. Желаю им здоровья, им счастья и еще большего процветания. Чтоб к нам со всей страны приезжали наши гости, чтобы они получали здесь бодрость, здоровье, счастье. С Новым годом! Специальная комиссия принимает работу анапских поваров и коробейников, которым предстоит стать частью новогоднего волшебства. Сегодня мы открываем праздничную нашу ярмарку, которая будет работать с 23 числа по 8 января. Будет работать до 22:00 для того, чтобы поднять настроение нашим жителям, нашим гостям, чтобы они радовались и у них было праздничное настроение. Новогоднее настроение также помогают создавать специальные уголки, где можно сфотографироваться. Например, этот придумали и сделали в спа-отеле «Давиль». В новогодние праздники в Анапе уже ждут около 100 тысяч гостей. Прогноз погоды обещает плюс 5, а если и дождь, то небольшой. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.